все комплектующие уже как бы имеются. Осталось напечатать корпус и приступить к сборке прибора. 3D-сканер помещений. Разработка студентов политехнического вуза. Инженеры приборостроения Александр и Марк разработали программное обеспечение, сконструировали внешний вид прибора и вуаля, на мониторе модель незаменимого в строительстве устройства. Если приобретаете новое жилье, у вас получается голые стены там будет. Приходим, ставим сканер, он сканирует помещение и создается, получается, 3D-модель. И ее можно уже вот дизайнерам отправлять. А дизайнеры, в свою очередь, на основе 3D-модели продумают нюансы планировки. Подберут мебель, цветовую гамму, систему освещения и вентиляции. 3D-сканер работает молниеносно. Сканирует помещение за 15 минут. На российском рынке есть примерные сканеры, получается. Но в них нет реализации, допустим. Некоторые сканеры нужно перемещать. Они не вращаются 360 градусов вокруг своей оси. Ими нужно ходить и сканировать помещение вручную. Наш прибор будет устанавливаться на кронштейн, допустим, посередине комнаты, и все, ему ничего не надо, он будет сам вращаться и сканировать. Разработкой молодых ученых уже заинтересовались алтайские бизнесмены и айтишники. Они отмечают, что 3D-сканер – востребованный прибор на российском рынке, аналога которому в стране на сегодняшний день нет. В многоэтажном строительстве, добавляют специалисты, он просто незаменим. Если мы обратимся к двум отраслям, это изготовление окон и изготовление дверей, происходит следующая ситуация, что когда приходят представители из этой отрасли, им нужно настройки замерить проемы, это занимает достаточно большое время. Данное устройство, которое разработано и доделывается, оно позволяет, можно сказать, в автоматическом режиме делать замеры, что минимум в 4 раза ускорит замеры проемов, ну и всего помещения. Зарубежные 3D-сканеры помещений, конечно, существуют, но стоимость их начинается от миллиона рублей. Цена нашего прибора не будет превышать 100 тысяч. В этом году разработку барнаульских инженеров можно будет увидеть не только на экране монитора, но и проверить ее на практике. Со дня на день приедут финальные детали. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком.